Ну, это мой, по крайней мере, мой лучший результат, мой личный. Ну да, я во многих забегах также участвовала, у нас в Бишкеке, на международном уровне тоже участвовала. На чемпионате мира мой лучший результат – часть 14. Какие у вас ощущения? Ой, я не знаю, меня переполняют эмоции. Все так здорово прошло, я хочу спасибо сказать организаторам, потому что это, наверное, такой впервые в Бишкеке проводят на таком международном уровне. Вот. Мы когда только сюда пришли, сама атмосфера была на раз больше все переполняла, поэтому, может быть, и результат также сказался на этом. Как вам трасса? Очень хорошая. Поначалу, конечно, тяжеловато, потому что в гору, но потом уже не замечаешь, как ногами перебираешь, потому что все-таки спуск. Вы первый среди тех, кто стартовал на 21 километр? Ну, наверное, да. Как ваши ощущения? Ну, я рад, доволен, что выиграл. В принципе, с тренером на это и рассчитывали, потому что, ну, это вообще не основной старт, основной будет уже дома. Я побегу марафон, но здесь я очень доволен, что такой вроде как пристрелочный старт дался хорошо. И за лицензии борешься? Да, конечно, да. Конечно. Я впервые хочу попробовать вот марафон, через 3 недели буду бежать. Надеюсь, у меня получится. Норматив высокий, но в принципе я думаю, что попаду, можно, да. Можно пробежать. Что будете делать с выигрышем? Ой. Тяжело сказать, еще не задумался об этом. Чем вас удивила еще наша страна? Ну, мне вообще нравится ваш народ, что здесь, наверное, как-то, может, не в Бишкеке, но вот там, где я на сборах был, там в Чолпан-Ате, то там вот очень близко люди к природе. Поближе, чем в других экономически развитых странах. Уровень организации. Хороший, очень хороший. Мне очень понравился, я реально, потому что и призовой фонд очень большой, как для вообще даже для европейских стартов, это очень большой фонд. И в принципе организация на высшем уровне, реально.